Очередной подарок ко дню рождения столицы. Житель Астаны, разработчик IT-обеспечения Кайрат Ахметов создал мобильное приложение для гостей и жителей города под названием «Телефонная будка». Оно позволяет бесплатно звонить с сотового телефона на городские номера любых банков, служб такси, контакт-центра электронного правительства и других организаций города. Юлия Землянова уже опробовала новинку. Кайрат Ахметов жителям столицы уже известен. Он автор проекта, благодаря которому открытые точки беспроводного доступа в интернет, Wi-Fi в крупных магазинах города и на левобережье. Очередная идея – проект «Фонбуд» – телефонная будка. Кайрат защитил идею на конкурсе Национального агентства по технологическому развитию KZ Старт. В мобильном приложении собран большой каталог телефонов банков, больниц, аптек, кино и драматических театров, таксопарков, кафе, салонов красоты и так далее. Технологически мы уже все такое кусками делали, где-то кусок такой, где-то кусок такой, и нам оставалось, по сути, только это все хорошо соединить, чтобы это работало красиво и качественно. Ну и при этом так вышло, что мы, наверное, первые в мире, кто именно такое приложение сделал. Нигде вообще такого нет. Ну вот есть где-то похожие в такой концепции, что обширный каталог, куда пользователи могут звонить во все эти организации бесплатно, такого нет. Установить приложение для iOS и Android можно бесплатно, скачав его с Google Play Market, пройдя бесплатную регистрацию. Интерфейс сделали максимально дружелюбным для пользователей. То есть, когда вы не слушаете вот так, а нажмите один для этого, потом ждете, что нужно нажать 5 для этого. То есть, ну, у нас есть при звонке в такие сложные контакт-центры, мы показываем меню, которое нужно нажать прямо на экране смартфона. Ну, и человек просто там, кликая по экрану, проходит эти сложные меню и быстрее добирается до очереди к оператору. При помощи телефонной будки можно также позвонить и в контакт-центр электронного правительства и получить любую из нужных услуг. Ежесуточно сотрудники центра отвечают на 14 тысяч звонков, поступающих со всего Казахстана. Да, если мы пользуемся. Куда чаще всего звоните? Пользуюсь услугами такси, аптеки, пользуюсь услугами единого контакт-центра сама также. Мне приложение понравилось, у меня пользуется этим мама. Друзья также. Кайрат Ахметов пообещал обновление. Вскоре в телефонной будке появится отзыв о той или иной услуге. В целом я могу сказать, что с проектом Фонбуд, телефонная будка, мы постараемся стать первым международно успешным мобильным приложением, которое было придумано и разрабатывалось именно в Астане. Юлия Землянова, Алибек Алиев и Ануар Тауикелов, Хабар, Астана.